В Тюмени прошел круглый стол, посвященный истории предпринимательства нашей страны. На нем председатель Госдумы Сергей Нарышкин анонсировал новый проект Российского исторического общества и ассоциации «Деловая Россия» «100 российских предпринимателей». Большой вклад предприниматели Тюмени внесли в развитие и города, и всего региона. Они действительно оставили свой след в истории и не только как бы задали вектор экономического развития города, региона, но и во многом определили его и культурный, и образовательный, и архитектурный образ. По убеждению участников заседания, важно, чтобы имена и дела предпринимателей остались в памяти народа. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев подчеркнул прикладное значение акции. Изучая историю, как предприниматели, как мы говорим, да, поднимались там по ступенькам, как становились уже достаточно такими знаковыми людьми в своем регионе, вполне возможно, что мы увидим там какие-то интересные управленческие решения. Прислать историю о знаменитом или не очень предпринимателе может любой желающий. Специальная вкладка создана на сайте проекта «История российского предпринимательства».